улице Сергея Лазо, Бендеры. Начало первого ночи 25 апреля. Напротив Преображенского собора камеры безопасного города зафиксировали расхитительницу городских цветов. Их там высадили буквально накануне. Вот женщина явно пожилого возраста целенаправленно идет к цветочным вазонам. Не спеша обходит каждую подставку, видимо, выбирает понравившиеся цветы. После рвет и все так же не спеша ретируется. Остаться неузнанной и безнаказанной у женщины не вышло. Расхитительницу цветов милиционеры задержали по горячим следам. Напротив церкви с клумбы были похищены зеленые насаждения. Проведенным мероприятием по горячим следам с помощью безопасного города по видеофиксации была установлена гражданка. В настоящий момент она находится в УВД, задержана. Свой поступок женщина прокомментировала эмоционально. Вела себя неподобающе. А что случилось? Почему вас задержали? Что случилось? Так им захотелось. Кому? Важна милиция кому. Ну а почему вас задержали? Без понятия. Потому что вот эти цветы возникают по бабу. Оказалось, Юлия Ефимовна, ей 64, в поле зрения милиции попадала и раньше. В прошлом году пенсионерка также портила городские клумбы, рвала растения с корнем, а после пускала на продажу. Давайте цветы возникают с покома. А что, я вечно называю своими именами. Из-за них что-то отсидела год. А зачем вы их украли? Чтоб продать потом, чтоб имел за нахлеб. Я бомж. Прописка у Юлии Ефимовны все же имеется. А вот украденные цветы, 4 петунии и герань пришлось вернуть. Они уже заняли свое законное место в уличных вазонах. Женщину ждет административный штраф. За совершенное правонарушение данная гражданка уже ранее привлекалась к административной ответственности, также совершала подобные правонарушения, попала в наше поле зрения, была установлена, так мы знаем, в настоящий момент проводится мероприятие, она будет привлечена к административной ответственности. Оборвать цветочную клумбу и уйти от ответственности не получится никому. Уличная красота в Бендерах под охраной милиции и системы безопасного города. На домашний телефон пожилого человека позвонили. В трубке раздался плач и мольба о помощи. Это была отработанная схема телефонных мошенников. Еще один пенсионер из Бендер попался на их удочку. Все случилось в начале апреля. 1 апреля 2024 года на домашний номер телефона им совместно, он проживает с женой, им стали поступать звонки от мошенников о том, что их дочь и внучка стали виновниками ДТП. И необходимо заплатить 20 тысяч долларов для урегулирования вопроса. Телефонный разговор длился долго. На том конце провода говорили поочередно. Подставная внучка и мнимый представитель правоохранительных органов. Главной цели – переслать деньги с курьером мошенники добились. Позвонил мне 1 апреля днем. Представился капитаном милиции. Сразу передал трубку моей внучке. Якобы. Она очень тревожна. Говорит, дедушка, у нас очень тяжелое положение. Мы попали в аварию. Помогите, помоги, пожалуйста, сколько все у тебя есть. И вот это все, понимаете, это произошло как гипноз. Я даже не мог никак сориентироваться. Жена рядом была и начала плакать. Алексей Иванович, ему 82, с девушкой-курьером встретился на улице. Она представилась помощницей правоохранителей. 3000 долларов пенсионер отдал почти без сомнений. Представилась, что она его помощница, что она пришла по его поручению. Я отдал ей конверт, и она говорит, я посчитаю, и пересчитала деньги. 3000 долларов я ей отдал. На следующий день пенсионер с супругой улетели в Америку. С приднестровскими правоохранителями теперь он общается по видеосвязи. На следующий день вы куда-то улетали, да? Почему вы не пришли в милицию? У нас билеты были, я не мог ничего никуда, так сказать, долго ходить и обращаться. Сейчас Алексей Иванович в Соединенных Штатах гостит у той самой дочки, которая, по версии телефонных мошенников, была виновницей мнимого ДТП.
В тот день ей из Бендер пенсионер позвонил не сразу из-за разницы во времени. Алексей Иванович, а когда вы с дочерью связались? После какого вот момента? Ну вот после того, как уже отдал деньги, когда пришел Сережа домой, ну получается, с супругой, мы потом взяли, позвонили дочери. А дочь в ужасе сказала: нет никаких проблем. Что с вами? Говорю, да вот у нас здесь, короче, я не стал ей все объяснять, как-то. Ну, короче, потому что разница во времени у нас 8 часов. Заявление в милицию обманутый пенсионер все-таки подал. Та самая девушка-курьер была задержана. По факту она дала признательные показания. Ей грозит реальный тюремный срок. После того, как он уехал уже в Соединенные Штаты Америки, он уже попросил свое доверенное лицо обратиться в милицию. Эта девушка-курьер, сколько заработала на этих 3000? Она купила себе айфон, сходила в кафе, купила себе косметику, а деньги особо у нее не остались. Телефон в данный момент изъят. В большинстве своем мошенники обманывают людей преклонного возраста. Ими легче манипулировать. Мы рекомендуем побольше рассказывать пенсионерам о мошеннических схемах, учить их быть более бдительными и, конечно же, почаще звонить своим пожилым родственникам, чтобы убедиться, у них все в порядке. Пик нарушений приходится в утренние часы вблизи школ и детских садов. Именно в этих местах стоят патрули ГАИ. Некоторые несознательные родители часто в спешке, мало того, что сами ездят без ремня безопасности, перевозят детей до 12 лет на переднем сидении без специального автокресла. Это нарушение. Малыш, тебе сколько лет? 7. 7 лет тебе? Да. А ты сидишь на переднем сидении? А почему? Водители, игнорирующих правила ремня, а также другие правила дорожного движения, привлекают к административной ответственности. Вы понимаете, что согласно правил дорожного движения перевозить на переднем сидении либо без специального детского кресла детей до 12 лет запрещено. За это предусмотрена ответственность согласно статье 12.24 Кодекса об административной ответственности ПМР. Госавтоинспекторы призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Помнить, пристегнутый ремень – это не про штраф, это безопасность и в случае аварии спасенная жизнь. По 200, по 518, 17 России. Тысяч? Да. $100 и 40 евро. Все отдала, все дура старая, все отдала. Вот у меня лежали деньги здесь, вот в этом платке. Вот. Копила на себе на похороны. Теперь только слезы и сожаления. В пятницу Галина Алексеевна из Бендер стала очередной жертвой телефонных аферистов. И это несмотря на то, что включился автоинформатор IDC, голос предупредил – звонок из-за границы могут орудовать мошенники. Пенсионерка все же вступила в диалог. 26 апреля пожилой женщине на стационарный номер телефона стали поступать звонки от мошенников. Мошенники представились сотрудниками милиции и сказали, что знакомая пожилой женщины стала виновницей ДТП и необходимо заплатить в срочном порядке денежные средства в размере $20 000. $20 000 у обычной приднестровской пенсионерки, конечно, не оказалось. Но знакомая плакала так сильно, что 79-летняя старушка не могла отказать в помощи. Вот эта женщина плакала, голос такой похож на нее. Анжела говорит: ты? Да, да, я. Плачет, горючими слезами заливается, ну как не поверить. Пока знакомы у Галины Алексеевны якобы латали медики, история та же, ребра поломаны, губа разбита в кровь, пожилую женщину обрабатывал невероятно учтивый псевдосотрудник милиции. Капитан, говорит, милиции из Тирасполя. Так он сказал. А фамилию назвал? Ой, он не сказал как-то фамилию, я не вспомнила. А зовут Кирилл.
Дмитриевич. Он со мной так вежливо беседовал, я поверила. Она плачет, да, говорит, что ей сейчас должна засувать губу. Спасать с таким трудом накопленные деньги старушка пыталась отчаянно. Сначала, вероятно, надеясь на совесть собеседника, в лоб озвучила свое предположение. Я тогда уже насторожилась. И стала с ним уже по-другому разговаривать. Я говорю, я вижу, что вам верить нельзя доверять. Вы мошенник, наверное. Так я еще и сказала ему. Он, нет, я не мошенник, я капитан милиции. Я говорю, откуда? С Тирасполя? Да, говорит. Затем бабушка, опять же надеясь на понимание, предложила отдать только часть денег. Я еще оставила себе половину. А он говорит, это не поможет, надо дать больше. Если у вас есть такая возможность, она завтра должна получить страховку, и она вам сразу вернет. Понимаете, вот это я знаю, что она не бедная женщина. Телефонные переговоры закончились закономерно. Мошенники старушку уговорили. Сказали, ждите, придут, передадите. Он сказал, я вам позвоню, пока она вам не скажет фамилию, имя, отчество. Пускай не заходит. Когда представится, да, говорит, откройте ей двери. Скоро появилась курьер. Бабушка отдала ей все, что было. Сюда зашла, вот здесь деньги у меня, я разложила. Думаю, как человек придет, пересчитает. Она по 10 рублей пересчитала, остальные считать не стала. Много чужих денег, около 24,5 тысяч нашими рублями, курьер сразу отнесла в банк и отправила мошенникам. Себе в качестве зарплаты оставила 40 евро. Правда, потратить не успела, задержала милиция. Фамилия, имя, отчество есть? Я недавно согласие. На что? На съемку. Есть согласие, на видеосъемку я ему не давала, я знаю это. Сомнительная подкованность в юридических вопросах не случайна. Несмотря на юные 18, девушка с милицией уже знакома. Курьер уже ранее была привлечена к административной ответственности, также является подозреваемой по уголовному делу по статье 154 «Кража». В данный момент курьер задержан, дает признательные показания. Работу по обманыванию бабушек девушка нашла в соцсетях. Курьеру предложили работу в мессенджере Telegram. Предложили 5% от суммы, которую она заберет у пожилой женщины. Повторимся, сейчас курьер задержан, отдает признательные показания. За участие в мошеннической деятельности ей грозит до 12 лет лишения свободы. Пожилым людям напоминаем, если вам звонят с незнакомого номера, представляются родственниками или знакомыми и требуют много денег, прекратите разговор и обратитесь в милицию.